Читаю 26 главу книги пророка Исаии. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверх его, поверх на землю бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то он не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо все дела наши ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твое. Мертвые не оживут. Рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за тобой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих».